Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем Киберпанк 2077. Привет, привет, Найт-Сити, я снова с вами. Вот, на чем мы там закончили? Лейтенант Сара Краковский, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги, спасибо, что позвал. Надеюсь, ты... А, да, в том, что у нас здесь жопа, точно. Всякий раз, когда деньги переходят, ага. Так, встретиться с Такамео, пойдем встретимся. Бомжи. Бомжи тут всякие. Что-то не так. Чё? Мужики. Все нормально, мужики, отстаньте. Ладно, пойдемте, а то они подумают, что я им помогаю. Барри, мы знаем, что ты там. Мы хотим помочь. А, здесь... Я вас не звал. Ордера нет. Идите нахуй. Хорош выебываться. Открывай. Мы пришли сюда как коллеги. Решили тебя навестить. Давно тебя не видно. Мы переживаем. Переживайте в другом месте. Ну и мудак же ты, Мендес. А, то есть я еще виноват. Это он заперся в доме и нагнетает вокруг себя драму. Давайте вот это задание выполним. Потому что если мы это задание выполним, то ментов грохнут. В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. И лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Могу вам помочь? Возможно. Ты и Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш, служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. Петрова. Остальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. А, поговорить с Барри. Я, насколько помню, если, короче говоря, им не помочь, то он откроет и их, короче, грохнет обоих. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание – знак согласия. Ну, в другой раз зайду. А, попробуйте поговорить с Барри через несколько часов. А, ну давайте попробуем, подождите. Создание нет, подождать через пару часов. Давайте подождем пару часов. Пару часов прошло. Давайте еще часик подождем. Барри, я ничего не перепутал. Ну кто там? Это я, Ви. Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Мидзутани Сион. А я сказал, что это говно для позеров. Ну помню. Тебя, козла, забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копа-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно, но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже? Заходи. Давай пообщаемся. Ух, ебать. Чё скоммунизить можно? Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю.
То есть они тебе сказали? Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, вообще дубина. Он думает, что нам, копам, слабость не прощается. Но убили мальчишку. Это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все. И это к лучшему. Мендес прав. Нужно взять себя в руки. Поднять жопу и послать мир нахер. Да что ты. Я должен типа взять и забыть, что я видел. Пацана этого и даже Эндрю. Они мертвы, а ты живой. Нельзя застревать в прошлом. Ничего не изменишь, если будешь сидеть и упиваться жалостью к себе. Короче, хватит с меня. Как скажешь. Хреново, да, поговорили? Извиня. Дипломат хреновый. Не, ну это реально. То, что все хреново. А что у него здесь? Ну-ка. Давайте-ка проверим. Ты это брось, хорошо? А, понял. Ты. А, это ты? Ну что там, Барри? Перестал сопли на кулак наматывать? Мендес, ты задрал уже! А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мендесом. Чего? А в глаза он мне это сказать не мог? Он терпеть не мог свою работу, ему было не с кем об этом поговорить. Он сказал, что вы даже не пытались его понять. Ну что, права я была? Ой, да ладно. Барри просто любит истерику закатить. Надо его встряхнуть как следует, чтобы мозги на место встали. Ну, посмотрим. Нужно будет к нему заглянуть. Спасибо за помощь. Да. Возьми за труды. Давай. Сколько? 1000? 2? 600. Репутацию улучшили. Два товарища. Попробуйте поговорить с Барри через несколько часов. А, мне кажется, это что, еще не все, да? Сейчас он киберпсихом каким-нибудь станет. Блин, весь день сейчас здесь пробудем. Поговорить с Барри через несколько часов. Простите. Алло. Да господи. Попробовать поговорить с Барри через несколько часов. Или у меня баг какой-то? Не понял. Да что я все время не туда нажимаю? Но уже несколько часов-то прошло. Мне кажется, это баг, да? Давайте до 9 подождем. Сутки, ребят, здесь пробыли. Я не знаю, это, наверное, баг какой-то. Потенциальный... Если этажом ниже живет потенциальный киберпсих, я бы хотел об этом знать. В общем... В общем, такие жопы, ребята. Такие жопы. Так. Пойдемте по заданию. А, нам куда? Не знаю, что через несколько часов я общался, но...
А, вот у него, кстати говоря, открылось холодное оружие. Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Давай, показывай лучше. Ого, 200. Неплохо. Но это обычное, по сути. Ну, как бы легендарное, да, но это обычное идет. 11 тысяч. 268 урона, ни хрена себе. Больше, чем у пистолета. Больше, чем у пистолета. Ви, привет! Не видел тебя уже целую неделю, а то и две. Нет, три. Думал, тебя нет в городе. Да были неприятности. Обычная фигня. Ну да, и теперь, наверное, нужно железо и свинец. Может быть. Покажи, что есть. А что у него есть? Ух ты. Ну, у меня там культовая. Я ее могу улучшить. У него 6 ячеек. Вот. Так, ладно. А на него надели. А я не туда поехал, что ли? Нет, туда. Все нормально вроде. Он мирно скончался во сне. Точная причина смерти пока неизвестна, но текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Функции Райна на оставшийся до выборов срок будет исполнять его заместитель и помощник Уэлдон Холл. Мэр отъехал, понятно. Холл также объявил, что сам примет участие в прикрытом. Опять кому-то штраф выписывают. Так. Эти? А куда нам идти-то? Или чё? Подождите. Или пойдем пообщаемся, или чё я хотел? Я выполнить хотел, кстати... Пойдемте второстепенки поделаем. Пойдемте поделаем второстепенки. Я хочу поделать второстепенки. Основные. Основные, это, конечно, задание круто. Транспорт, средства, покупка. Да нет, у меня транспортные средства ваши. И ваши транспортные средства. А, не особо нужны. Чего? Тут понравится? Нет, здесь просто моя. Подожди, а что это за задание такое? Это с бомжом, что ли? Пророк Гэри? Это к пророку Гэри или куда мне? Здесь что-то есть. С этим пророк взял задание, ребят. Вернуть долг мы вернем, когда деньги будут. Второстепенное задание. Пойдемте туда сбегаем. Это, видимо, пророк Генри, видимо, надо. Груз слишком быстрый. Ну-ка. Ага. Хочу второстепеночки. Интересно, что там за у пророка. Сейчас опять, да, появится, кстати, задание. Сейчас глянем. Сейчас, наверное, опять, да, задание у этого появится, у пророка. Да, он... А, нет, он уже не появился. Почему-то пропал все. Извиняюсь. Пип-пип. Так, здесь чё? Чё здесь? Ты чё орёшь, мужик? Да что ты? Эй, эй,
Че у тебя? Я тебе заплачу! Че у тебя случилось? Ладно. Супер! Ну что стоим-то? Давай в машину быстро! А, там можно было спросить, что случилось. А, тебе от... А, ты от любовницы тебе муж отрезал, что ли? Ему муж, наверное, отрезал, от любовницы пришел. А где тачка? Подожди, а где моя тачка? Жжется! Сука, как жжется! Ну, поехали на это, у меня тачки своей нету почему-то. Чувак, ты что, отрезали, что ли, че? Карантин наслаждения, говорили они. Ага. Дай-ка угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Ага. Откуда ты знаешь? Неплохо разбираюсь в имплантах, в том числе и запрещенных. Они все с браком. Была отзывная компания, но на черном рынке они еще попадаются. Я это... Крутая пипетка. Благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Честно скажу, это было непросто. Иди ты. То есть он себе новый... Дети! Аккуратный везунчик. Охренеть. Огони, сбивай их нахер! Расслабься. Ты дурак, что ли, детей сбил? Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она психанула. А здесь можешь проехать? Терпи. Господи! Блять, о боже! Терпи. А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать? Страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Да господи, что за машина? Ну, обоссаться! Подожди, а здесь не киберпсих? О, кстати, здесь рядом есть киберпсих. Сейчас поедем на киберпсиха, ребят. Вот так вот, ребята. Не засовывайте свои причиндалы куда ни попа... Не помню. Не могу! Не могу! Окей, мы... Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Жжется! Сука, как жжется! Добрый нет, день, молодые я люди. Я не хочу умирать! Воу! Хорош! Граната! Чё, хватит? Я ещё не начинал. Да блять, да блять! И не говори. Ты сдох? Хорошая штука. Ага. Так, заняться делами в ожидании звонка от покинувшего мужика. От какого? От паникующего покинувшего. Так, что у вас здесь все нормально, ребят? Два товарища. Задание обновлено. А два товарища это что у нас? Так, 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 так. Мотики у них можно взять, кататься. Так, подожди, а что за два товарища? Задание обновлено. А, отслеживать. Я сейчас могу Барри, что ли, навестить? Или что? Навестить Барри. А, только сейчас я могу навестить Барри. Так, пойдемте сначала к киберпсиху. Зайдем на огонек. А потом дойдем до Барри. Хотя, может, он там всех поубивал, на самом деле. Закрытый шкафчик. А знаете, что мне не нравится? Мне в настройках бы, знаете, что поменять? А, игровой процесс. Управление.
А, нет, я не знаю, где интерфейс. Нет, наверное, игровой процесс или привязка клавиш. Нет. А, подождите, shift. Мне неудобно бегать. Мне надо, чтобы бегать, ускорение, зажать. Да. А у меня не зажать стоит, у меня стоит включение. Ну, то есть я нажимаю один раз, у меня бежит. Непонятно. То есть мне не зажимать. Вот, я нажал. А, нет. Да. Ви, я понимаю, что дикие крики в тотем танце обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Угу. Я понял, это она вот про это. Это она вот про это место. Так, это что у нас такое? Дробовик. Дробовик. Ну-ка, подожди-ка, давайте-ка вот это тогда дробовичок мы заменим. 200 это хорошо. Стандартный дробовик. Ага. А сюда к нему что-то можешь поставить? Ага, модификацию никакую нельзя, да, поставить. Печально. Так, здесь что у нас? 139. Урона больше. Атака меньше. Рикошетит опять от поверхностей. Коэффициент попадания в голову больше. Давайте возьмем. А это все можно, в принципе... Это все можно, в принципе, подразобрать. Так, по одежде что у нас? Костюмчики есть какие-то новые? Нет. А, кстати, подождите. Ага, только глушители, понял. Коллиматор ставить нельзя. Печалька. А, у него типа тут свой. Понял. Что здесь у вас? Опасная зона. Я уж понял. Отвлечь внимание, взломать протокол. Так, а где он здесь у нас этот психанутый там? Каких-то ребят разобрал. Оу, иди нахуй. А так это дробовик что ли какой-то? Блять, беги. Подожди, это дробовик? Штурмовая винтовка. А чё он, блядь, стреляет как дробовик? Что за хуйня? Блять, я автомат сломал свой. Я думал, это, блядь, штурмовая винтовка настоящая, а это говно. Ого, вот это мощь. Но медленный. Пизда какой медленный, ребят. Очень медленный. Ну, сблизи, да, хорошо бьет. Пошел в жопу. А ты долго еще будешь клоняться? Ага. А, перевод 200 баксов. Он живой, кстати. А, надо позвонить ей. Он живой. Ви. Да, блядь, ей не звонить надо. Пока чё ей надо? Не верь журналистам, они врут. Он жив. Он жив. Открыть сообщение. А, так, на продажу. А где? Так я оставил живых в живых. А, не понял. Он живой. Непонятно, что от меня игра хочет. В общем, что, я обосрался, ребят, насчет оружия.
Я обосрался немножко насчет оружия. Да, он тут всех порешал. А, тут сжигал улики. Понятно. А что тут еще по уликам? А, так, считай, чип архива. Риком, Элисом. А, считать, все, понял, извините, не вижу задание. Я ж слепой, господи. Так, журнал, чипы. А где они? Они, по-моему, вот эти чипы, они с самого низа всегда. Нет? Считать чипа информацию. А где она? С какого чипа? Да, тачки все крутые, конечно. С какого чипа она хочет, чтобы я считал информацию? А, я все, я считал, понятно. Отправить данные это тебе. Блин, так это долго? А где она? Кому там отправить-то данные? Реджи? А, где она? Паркер, вот она, открыть. Так. Эти были бандитские разборки, парень был за людей Брик, хотел отомстить Ройсу. Я тут распаковал еще кое-что, похоже, этот парень был единственный, кто оставил Брику. Хорошая работа, спасибо. Давай бабки. Еще 1800. Так, ну, в принципе, все. Так. Теперь насчет... Да, с оружием я, конечно, обосрался. Штурмовая винтовка. Это не штурмовая винтовка. Это, блять, у меня не штурмовая винтовка. Это говно какое-то. Так, 11. Не, оставим пока. Угу. Так, 17. Скорость передвижения увеличивает. Уменьшение урона от падения. Кстати говоря, уменьшение урона от падения — это классно, кстати. Это классно. Все? Вот такое вот задание, ребят. А ствол говно. Это не штурмовая винтовка, это какое-то... Это говно. Встретиться с Такамурой. Нет, подождите, нам не с Такамурой надо встретиться. Нам надо с вами пойти назад. У нас там задание, оно не пропало, я надеюсь, на то, что с парнем мы общались. Блин, ствол надо новый покупать. Короче, надо пистолет-пулемет брать. Ой, не пистолет, но пистолет, а пулемет, да, или как он там? Так, это здесь лежат. Парень, ну ты козел. Я же не хотел. Прости меня. Прости. Мендес, поздно уже. А, вот. Он тебя не слышит. Ты был сильный, парень. Железный ты был. Слышишь меня? Сукин ты сын. Прости меня. Я не хотел. Правда. Я не успел, да, что ли? Прости. Подождите. Да, я, видимо, не успел. Поговорить-то можно? В общем, ну его грохнули. Киберпсихом стал. Понятно. Понятно, ничего мы не успели. Угу. Вот сюда бы еще съездить. А, нет, не сюда. О, здесь какое-то задание. А, кстати говоря, насчет этого мужика, что у нас там? Так, с Такимурой. А, знаете, что хочу? Я хочу что-нибудь еще повыполнять. Какие-то второстепенки. Так, нам бы куда? Да куда ты? Да что ты? Да не надо. А, кровь, кровь, кровь. Ага, там туда мы не можем. Или можем.
туда вот на край бы сгонять. О, тут какие-то задания появились. Получить награду у Вакака. У Вакаки можно получить награду. Второстепенно, второстепенно. Ладно, пойдем по заданиям в основном. Или не пойдем? Нет, мы не пойдем. Здесь еще одно задание есть, пойдемте. У нас сегодня серия такая будет. Будем немножко задания такие выполнять. Вот. Немножко побегаем. Блин, ствол надо менять, ребят. Нужен пистолет-пулемет. А, кстати, по прокачке. У меня одно очко, да, доступно. Еще три я могу распределить. Но это ладно, я за кадром что-нибудь подумаю, что мне поприятнее будет. Так. Что здесь? Что здесь за задание? А ну показывайте. Опа, пистолет где-то продают. Ну-ка, открыть. Уйди ты, наконец. Хочу прикупить пушку. Дай-ка мне ствол нормальный. Прикупи. Заместо моего штурмового говна. Вы знаете, что я хочу? Я хочу снайперку. Но она стоит 17 тысяч. Вот, и я хочу пистолет-пулемет какой-нибудь. Он стоит 15 тысяч. Можно скрафтить. Тот скажет, да скрафти ты, господи. Я скажу, да, действительно. Хер ли я здесь укобениваюсь? Можно же скрафтить точно. А как крафтить? Создание. Ну, я скрафчу только вот такое говно. Штурмовая винтовка. Ну, давайте. И можно вот такую электромагнитную снайперку. Нет, я не хочу электромагнит. А, подожди, создание улучшения. 160, да? Повысьте уровень до 10, чтобы улучшить этот предмет. Угу. Теперь снаряжение. Вот за место этого говна штурмового. Да, мы берем вот это вот. Угу. Дробовик тоже, кстати говоря, говном, если честно. Ну, он убойный, да, но у него есть минус. Он очень медленный. А что-то на продажу есть? Из дробовиков? Нет, конечно, нету. Дробовики такие там, да. Это что? Боеприпасы для винтовки. Ладно. Так, ну теперь хотя бы у нас нормальный ствол. А, еще. Кстати. Коллиматор. Время прицеливания 0.03. И глушак, да, который нам нахрен не нужен. Тихо-тихо, успокойтесь, народ, успокойтесь, все хорошо, не переживайте, не паникуйте. А, монахи какие-то. Рука, она не моя. Это металл. Что с твоими имплантами? Они как бы недоделаны. Без разницы, доделаны они или нет. Бхикшу никогда не модифицирует свое тело. Это противоречит обетам Пратимокши. И они... Они знали об этом. Кто а теперь они? Мне нет пути назад. То есть импланты тебе поставили насильно? Не только мне. Еще и моему брату. Нас усыпили и отняли у меня тело. И они насмехались надо мной. Как можно так поступить с живым человеком, а потом насмехаться? А где тот другой монах? Он у них? Да. Меня изувечили первым. А потом они стали думать, что сделать с ним. Может, ты сумеешь найти с ними общий язык? Умоляю, убеди их отпустить моего брата. Может, еще не поздно. Окей. Я не хочу, чтобы его постигла такая участь, как меня. Сейчас разберемся. Ладно, помогу. Только предупреждаю сразу, без драки не обойдется. Мальстрём не любит шутить. Должен быть другой путь. Помоги нам, пожалуйста.
Только умоляю, не проливай крови. Посмотрим, как пойдет. Но так или иначе, брата твоего я вытащу. Не знаю, как тебя благодарить. Ищи склад к северу отсюда. Там держат моего брата. Он у дороги, что идет вдоль пристани. Монах в беде. Как поэтично. Ты совершишь подвиг, достойный эпоса. Дженни, иди. Ну как? Примешь позу лотоса и замедитируешь их насмерть? Угу. Слушай, заткнись, а. Новое задание, где моя тачка Чумба. Сейчас я их замедитирую, подожди. Это кто? Пацаны какие-то смотрят телек, сидят на улице, на свежем воздухе дышат. Сейчас мы их замедитируем. Не переживайте. Ага. Куча мусора здесь сидят. Здесь типа по стелс, что ли, можно, да, пройти? Знаете, что можно сделать? Можно... Блин, можешь, конечно, взять катану. А ты чё не зацепился? А ты чё не цепляешься, алё? Типа мы по стелсу. Знаю, давайте ему прикрутим винтовки вместо рук. Прикиньте, ржайка будет, когда он соберется поссать. Может, он потом создаст школу для буддистов-снайперов? Монах нового поколения! Цельнометаллический! Это была моя шутка. Не надо. Дхарма принесла мне мир. Не отнимайте это у меня. Еще раз откроешь пасть, я тебе язык отрежу. Взломать протокол. Так. Значит, вот где они держат этого монаха. Конечно, сразу увидят. А, обезвредить сначала всех надо, понял. Идем по стелсу. Опаньки. Вот и ствол новый подъехал, ребят. А здесь камер нет у них? Надеюсь, монахи не это... Не разозляться на то, что их обворовал. Так, вот этого придурка мы тоже надо снять. Уже надо всех типа. Типа работаем по стелсу. А что здесь? Все эти сообщения. Ага, опять порновирт ваши. Опять долбанная порнуха, ребят. Кругом порнуха. Даже в играх. Так, сколько у вас здесь еще? Это что? Камера, контейнер... А, можно выйти, да, было, точнее говоря, можно было зайти по-тихому. Здесь что-то есть? Заебись. Чувак, прям вовремя, чувак. Ты куда? Он там решил постоять.
Мелитех на стволе написано. Около прицела. Чок, а пройди сюда чуть поближе. Нас попросили как бы никого не убивать. Мы постараемся никого не убивать. Нужно как бы, знаете, им мясо. Ну и чего ты, блядь, куда-то пойдешь? Нет. Ладно, зашибись. Он не... Ну иди гуляй, чувак. Блять, он ушел. Он нормальный. Это чё то? Блять, чувак, ты все испортил нахуй. Извини. Ты живой? Ну. Ладно. Ну я старался. Не очень, но старался. Так, только время зря потратил. Не делайте этого. Чего? Моя вера запрещает мне импланты. Я не хочу. Успокойся. Вечная молодость. Не бойся, никто тебя не тронет. Я не с ними. Тогда... Что ты тут делаешь? Что случилось? Ну, я мимо проходил, услышал тупые шутки про металлических монахов. А Мальстрём так просто не шутит. Ха. На самом деле меня прислал твой брат. Он не хотел, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. Благодарю тебя за спасение. Но моя жизнь не стоила чужой смерти. Один добрый поступок не оправдывает посеянной тобой жестокости. Вот истинное зло. Да господи, он случайно. Брат твой мне больше понравился. Вообще-то, если бы не я, тебя бы сделали калекой. Я благодарю тебя за добрые намерения, но не жди от меня благодарности за жестокость. Страдания, которые мы причиняем другим, всегда возвращаются к нам. Всегда. Оставь меня. Я немного переведу дух и пойду к брату. Теперь мой черед его спасать. А бабки дадите? Вот неблагодарная скотина. Может, надо было извиниться за спасение его незапятнанной жопы. Бесят меня святоши, которые делят людей на хороших и плохих. Хорошими и плохими могут быть только поступки. Вот твой поступок был хороший. И видишь, сколько крутого железа само пришло тебе в руки. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну ладно, бабки, короче, ну монахи, я на самом деле, честно говоря, не ожидал, что они мне заплатят, если честно. Это же монахи. Ананчик? Чувак с горящим скиром. Это я! Ну тот, которого ты... Ага. Тот тип с дымящимся хером. Ну, в общем, да. Короче, звони сказать, что перевел деньги. Да, спасибо. Спасибо. Не-не, это тебе спасибо. И если бы не ты, я бы... Ух... Не за что. Жги дальше, жеребец. Так, задание выполнено. Так, а вопрос в том, что... А где у нас здесь есть ТПшка? Нам надо как-то возвращаться отсюда. Мы тачку еще не можем вызвать. У нас проблема с тачкой, потому что у нас тачки еще нету. Она, видимо, где-то у нас в ремонте или где. Даже не знаю, где она. И мы теперь с тобой бегаем немножко. В общем, в следующей серии. Мы сейчас серию с тобой закончим. В следующей серии мы идем к Такемурам. С Такемурой пообщаемся. Вот, идем к нему. А в этой серии мы с тобой... Как там? Таблетки продают. А в этой серии мы заканчиваем. А эти деньги мы хотели отсюда свалить. Товарищи полицейские. Мусороприемник. Хорошо, что фаст-тревел есть. А то бы бегал. Все, в принципе, ладно. Побегали немножко, поделали задание. Без тачки неудобно. Че, мы могли бы больше, на самом деле, заданий сделать. Просто тачки у нас нету, нам тачку еще не дали. Как бы нам не вернули тачку, мы не можем ее вызывать. Вот. Нам тачку пока не дали, так что...
Подожди, выбрать место назначения. А нельзя поближе куда-то? А, клуб по смерти. Давайте от клуба по смерти. Пока лифт там этот ждать. Я чуть не особо хочу. Давай, давай, грузись, грузись. Быстрее, быстрее, быстрее. Так. С Такимурой пойдемте встретимся. Ну, в следующей серии. Да, вон он сидит. Вот, все, сохраняемся F5, сохраняемся еще так. Увидеть с тобой уже. Куда перезаписать нам? Давай сюда. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.